Следующий наш участник, уникальный вокалист, артист, актер, недавно снялся в кино в роли людоеда, сейчас вы увидите на нашей сцене, это Анвар. Вот, посмотрите, похож он на людоеда. Можно чуть-чуть громче гитару. Спасибо.
ночка в ночь, а по утру на такси, а ночи дождь, поет на старом фарси стакан вина, мне обеспечит привет. Вокруг стена, и вот ее уже нет, и вот ее уже нет. Летаю.
бабочки летают в животе. Это только в тебе, это лишь только во мне. Летают бабочки, летают в животе. Это только в тебе, это лишь только во мне. Спасибо. Уникальный артист Анвар. Браво! Анвар, конечно, я не могу не отметить, что я всегда очарована твоими выступлениями, исполнением твоих. И хочу подчеркнуть, что Анвар сам пишет песни, то есть все песни, которые он исполняет, это собственного сочинения. Анвар, я тебе вручаю сертификат участника, как победителя в номинации «Многогранный талант», конечно же. Следите за концертами Анвара. Никогда ни разу не слышала, чтобы он провалил выступление. Он всегда выступает отлично. И, конечно, следите за его кинокарьерой, потому что скоро Мосфильм выпустит фильм под названием «Настя», где Анвар сыграл одну из главных ролей. Ну, пока об этом не будем говорить. Вот. И... Ну, увидите. Лучше об этом не провозглашать, или как там называется? Вот. Не торопить события. Да, не торопить события. Ну, мы будем следить за афишей. Спасибо, Анвар. Анвар!